Thank you.
Нашего выпуска Валюши Скупкин. Здесь она. Оля Миранчук, я надеюсь, она в зрительном зале. Вот. И Женечки Козак, которая у нас пока еще во Владивостоке. Мы готовили Катю на конкурс «Дальневосточные таланты». Первые телесюжеты, первые поездки в Комсомольский, Владивосток связаны с этой возрастной группой и, в частности, с Катюшей. Катюша сейчас у нас студентка второго курса технического университета, сама занимается репетиционной и постановочной работой с коллективом студентов университета, успешно выступила на фестивале «Студенческая весна». Так что традиции наши продолжаются. Надюша Бобы. На всех студийных фотографиях так же, как сейчас. Очаровательная улыбка. И Надюша у нас очаровательная девушка. С ней не было проблем. Очень работоспособная, всегда с желанием приходила в наш класс и прекрасно работала и на занятиях, и на репетициях. Последние 2 лета Надя у нас работала в пионерском лагере, как раньше это называлось, в летних лагерях, была помощником воспитателя, и все люди, с которыми она столкнулась, отметили ее организаторский талант, ее умение общаться с детьми. Кроме того, у Нади прекрасный голос.
Она поет. Она сочинила для студии, для нас очень много песен студийных. Я думаю, что эти песни сохранятся надолго. Она запевала в наших мероприятиях. И надо сказать, что вот если мы вспомним Крыловскую стрекозу, помните, да, она все пела, это дело, а муравей работал. Так вот, Надюша у нас не только поет и танцует, она очень работящий человек, очень работоспособный, прекрасно учится, прекрасно заканчивает школу и большая очень умница. Юра Лазутин. Могу сказать по секрету, что только благодаря стараниям своей мамы он все-таки дошел до сегодняшнего дня. Это правда, это на самом деле так. Сейчас очень многое вспоминается со смехом, но, в общем-то, Юра нас часто ставил в стрессовые ситуации. То руку, то ногу поломает. Но, в общем, он заядлый футболист у нас. Вот. Прекрасный товарищ. Немножечко Дон Жуан, так что поставите себе, пожалуйста, Саша Шевелев. Сегодня он не танцевал на сцене, Сашенька, в силу ряда обстоятельств. Он у нас учится в пограничном лицее и в силу занятости своей не смог посещать последние 2 года. Но как только выбирает, немножко выдается чуть-чуть свободного времени, он прибегает в студию пообщаться с нашими ребятами. И я думаю, что студия во многом помогла Саше и в плане здоровья, и в плане общения со своими сверстниками. Я думаю, что из Саши вырастет очень порядочный человек. Мужчина, для которого чувство долга – это не просто такие вот слова пустые, понимаете? Так что все наши ребятишки, Катюша, Надя, Надюша, Юра, Саша, мы все вас очень и очень любим. И мы думаем, что вы не последний раз стоите на этой сцене, что вы придете вместе с нашими уже выпускниками и с Валюшей поразмять косточки в танцевальный класс. Так, а сейчас призы, подарки. Я прошу помочь мне, пожалуйста. Центра эстетического. Друзья мои, сегодня не просто праздник эстетического центра и праздник нас. Сегодня 10-й отчетный концерт нашей студии. Прошу меня извинить, я не представила. Директор нашего эстетического центра Алексей Алексеевич. Я думаю, что в этом нет необходимости. 10-й отчетный концерт, и эта дата символическая, потому что это рубеж. Рубеж между двумя эпохами, двумя столетиями. Этот концерт как бы говорит о том, что посмотрите на то, что принадлежит будущему, что перешагнет в 21 век. А перешагнет в 21 век энергетика и мироощущение вот этих юных, этих еще маленьких, но удивительно талантливых, которые схватили самую суть нашего времени и перенесут его зернышко, его ядро в новые тысячелетия. И они покажут и озорство, и веселость, и безудержную энергию джаз-танца, и философию, и мудрость модерна. Потому что это два направления, которые действительно составят магистраль, двойную магистраль танцев 21 века. То, что и составит основу мироощущения нового поколения, его философию, его мироощущение, его видение, его чувствование, его просто жизнь. И я хочу, чтобы эта жизнь была у них радостной, творческой, наполненной высоким накалом творческой температуры, и чтобы они были счастливы в своей энергетике, в своих ритмах и в своем танце, заражали нас.